Родители учили Лео никогда не жаловаться. У него роскошная квартира, винтажная ванна, туалет эпохи Возрождения и самая лучшая работа в мире. Но всякому терпению приходит конец. И Лео подумал: может, дети, это не мое? И обратился за помощью к экстрасенсу. Вы же творите чудеса! Помогите! Кажется, я проклят даже дважды. Ну, это вряд ли. О, это к деньгам. Но с экстрасенсом мне тоже не повезло. Ты, Кашпировский, ты что со мной сотворил? И теперь Лео... А ну стой! Посторонись, бабуль! Открой мне котило! Должен опять стать человеком. Ну, конечно, в этой тачке нас вообще никто не заметит. Ай, да ну все. А за что? На этом пути его ждут приключения, погони и целых 9 жизней. Трепещите, это Спарта! Схватите! Они не должны уйти! Все за ними! Fox International представляет. Елена Темникова. Эй, ты! Подождите, я все объясню! Отойди от ребенка и подними лапы вверх! Михаил Галустян. И Алексей Воробьев. Ставьте лайк. Плюшевый монстр. Поймай удачу за хвост. Что еще со мной должно произойти? Да выиграю! Брысь! Брось кота! Скоро в кинотеатрах! В 2D и 3D.